154 километра в час. Лучшая попытка сегодняшнего вечера. Бам! 142. Оказывается, не в клюшках делаются. Да, я говорил о том, что... Якипаков все-таки больше раздающий защитник, лучший защитник Сибири. Но сильная сторона его не бросок, а именно передача. Ребята, это 157 километров в час, и это самый сильный бросок сегодняшнего вечера. Это как раз под мой спич. Йорки, молодец. Давайте, друзья, создадим шумовой эффект. 164. Вот, это уже похоже.